Всем привет. Вот такой приемничек отдал мне друг на растерзание, так как он уже ничего не ловит. FM здесь нет. Длинные, средние, УКВ. УКВ и то одна волна, радио Россия ловит, и то хрипит, свистит, не поймешь. Смотрел я на него, смотрел с антенной, все, модель вот такая, Океан РП-225. Их много таких океанов было, в частности 222, ну, разные модели. Вот тут деревянный корпус. Ручка поиска волн. Здесь все с крышечкой. Все оригинально. Ну, звук у них, я помню, хороший был. Во многих советских семьях такие приемники были. Шнур вот такой оригинальный. Ну, задумал я перестроить его с УКВ на FM. Залез в интернет, смотрел 2 дня, много роликов. Кто-то с AliExpress заказывает модули специальные. Так, подключим. Ничего там не ловит. Короче, что-то шипит. Кто-то модули заказывает с Китая. Но я вот 2 ролика посмотрел, и они об одном и том же приемнике Океан 222 разбирают его путем нехитрых манипуляций, делают из него FM. Вот я тоже решил попробовать, что из него получится. И начал разбирать. Разбирается он путем откручивания 4 винтов. Раз. Здесь под антенной. 2. 3. И в батарейном отсеке 4. 4 винтика открутили. Вот таких. Сняли крышку. Здесь находится блок питания. А в этом месте блок УКВ. Вот он, я его уже снял. И все пошагово, согласно видеопросмотру. Я начал делать. А что именно? Вот такие 2 крышечки алюминиевые, с одной и с другой стороны. Нижняя нам не нужна пока. Тут все подписано. L1, L2.
L4, L5. Нас интересует L1, L2 и L4. Вот эти три проема. Крышечка легко снимается. И вот такие внутренности. Нижние я тоже снял. Кропотливая работа, но я с ней потихонечку справился. На протяжении 2 дней занимался. Вот, значит, катушечки L1, L2 и L4. Вот она. На каждой катушке по 4 витка проволочные, вот такие. По 4 витка. Кто как снимает? Лично я вот здесь разогревал и здесь немножко распутывал этот виток и сюда вытаскивал. В общем, так, отсюда надо снять один виток, с L2 надо снять один виток и L4 надо снять 2 витка. Вот видите, у меня осталось по 3 витка. Вот 3 здесь тоже видим, вот эти как спиралька, тоже 3. И здесь у меня остались 2 витка. Все. Когда это все проделали, возле каждой катушки, ну тут все подписано, все элементарно. Есть конденсаторы такие. Вот они. Красненькие. Они уже нам, как говорят специалисты, не нужны. S2, вот написано. Здесь, так. Ага, вот в уголочке. S9. Вот он там, конденсатор стоял. И здесь у нас S19. Тоже все подписано, вот он. Их мы выпаиваем. Они нам больше не нужны. Так. Ну и практически заканчивается переделка. Витки сняли. Еще раз повторяю. Один виток. Здесь один виток снимаем. Здесь 2 витка снимаем. Далее. Конденсатору C18. Вот он. Параллельно припаиваем еще один конденсатор на 10 пикофарад. 10 пикофарад. Кто может здесь припаять? Я вот его здесь припаял, вот он. Десятка. Он нам мешать здесь не будет. Крышечка закроется и все.
И последнее. Вот этот сердечник в этой катушке L4, он там медный или какой он, латунный. Его нужно, по идее, выкручивать, они выкручиваются. И менять на ферритовый. Но ферритовых я не нашел. Обошел сегодня рынок весь. Ни у кого нет ферритовых наконечников. Все советуют лучше новый приемник купить. Дешевле будет, чем старый. А я вот захотел именно океан собрать. Не собрать, а переделать УКВ на ФМ. Даже если хоть одна станция будет работать, я буду счастлив. Одна-две. Еще настраивать надо как-то там. Ну вот пока все. Сейчас буду закрывать крышки, подсоединять антенну, подключать питание и пробовать что-то поймать. Вот из этой катушки я выкрутил сердечник. Вот такой он. Малюсенький, видите? С резьбой. Но здесь нужен ферритовый сердечник. Такая пластиковая белая головка под отвертку. А здесь такой грифель черненький. Но я такого на рынке не нашел. А нашел только вот такой, наверное, сантиметра. Один, наверное, сантиметр длиной грифель вот такой. Надпилил и сломал пополам. Ну, чем меньше, третья часть нужна. Немножко напильником подточил. Один про запас останется. И сейчас на суперклей капну и приделаю, чтобы у нас была цельная вот такая деталька. И потом ее будем ворачивать в катушку L4. Вот такая штучка примерно должна получиться. Сейчас я ее вставляю сюда. Не магнитится. И уворачиваем до конца. Чем больше завернем потихонечку, чтобы грифель не отлетел, тем волны у нас будут 108. Так, пока все. Так, ну что, антенну подсоединили. Попробуем первое включение. Не знаю, что получится. Сеть подали.
Где у нас клавиши? Это с какой стороны? Нарушить ваш праздник. Что? Мне нужен королевский прокурор. Что такое? Что случилось? Что делаете? Я здесь, граф. Красота, ты смотри, это без антенны. Сколько волн? Штуки 4-5 поймал. Сейчас дальше собираем. Ну все, собрал я, скрутил в первозданный вид приемник. Главное, друзья, терпение, паяльник и отвертка. Все получится. Я думал, если одна-две станции будет работать, и то хорошо. Там как-то надо среди катушек еще настройки уметь делать. Тоже погуглю немножко, посмотрю. Но пока вот что получилось. Включим. Выдвигаем антенну. Победили соперников из Чехии 3-0. Поединок Россия-Канада состоится 5 января в 2 часа по московскому времени. Я считаю, замечательно просто ловит. Еще в таком помещении нахожусь, надо на балкон выйти, и оно будет там отлично ловить. Потом
как диапазоны распределить, как настроить, посмотрю еще. Ну, я считаю, отличный приемник. Звук в нем, во-первых, хороший. Басы, высокие частоты. Громкоголосый. Все, друзья, спасибо за внимание, будьте здоровы и пока-пока!